Артем Вартанян, что вы думаете про последние события в Армении? Последние события в Армении, я так понимаю, Никола Пашинян уходит в отставку для того, чтобы объявить новые выборы в парламент. Это правильные действия, и, естественно, ему нужен контроль над парламентом для того, чтобы принять нормальные законы, потому что там сейчас сидит его местная Единая Россия, которая не позволяет ему сделать ничего хорошего. Сори для того, что второй раз я ссылаюсь на такой мощный авторитетный источник, как мои сокамерники во время последних арестов. Вот все армяне, кто были, они прям в восторге от Пашиняна, очень его хвалят. Давайте еще вопрос, что у нас там есть. Алексей, что известно по уголовному делу, на которое на вас шьют, спрашивает меня Тёма Негатив. Что известно? Моему адвокату позвонили, сказали, пусть приходит, мы ему предъявим обвинение. Я написал об этом пост, и после чего там как-то, когда мы пришли к следователю, у него прямо на лице было написано, что только что он получил по шее, он сказал, а вот распишитесь, что вы ознакомились со своими правами. Я расписался, типа, и все, и уходите. Ну, то есть, они что-то хотят делать. Ну, безусловно, какая-то вот эта ответка на мой ответ Золотова, она, конечно, прилетит. И, конечно, она так или иначе прилетит в форме какого-то уголовного дела, в форме каких-то незаконных действий. Тут я не сомневаюсь, потому что они всегда это делают. И сейчас сделают. Ну, так... Лила спрашивает, Золотов не примет дуэль, это предсказуемо, ваши дальнейшие действия. Ну, не настолько предсказуемо, опять же, я не представляю, как Золотов вот после этого всего дичайшего пафоса, где он изображает из себя вот какого-то там, не знаю, мушкетера, и, как я сказал, белого офицера, и вообще черти кого, и вот с таким прям апломбом, значит, вот это все сказал, что он теперь съедет с сатисфакцией, не знаю, сложно, но то есть как бы, опять же, черт его знает, что у них в голове, они же сумасшедшие. Ну, я удивлюсь. А, ну, слушайте, а почему нет? А вдруг он придет и согласится на эти дебаты? Почему нет? Ну, посмотрим. Ну, какие дальнейшие действия? Я дождусь, пока закончится эта неделя, а потом посмотрим. Ну, что-то они заявят. Ну, самое очевидное, что, значит, он выступит и скажет, я хотел с тобой драться на татами, а ты, Навальный, подтвердил, что ты трус. Значит, с трусом мне разговаривать не о чем, а разговаривать, дебатировать с такой, как там... дебатировать с изделием из американской пробирки я не желаю. Это вот типа там, ты недостаточно крут, а я генерал, и посмотри, сколько на мне золота, на тебе золота никакого нету. Ну, это как бы такая самый очевидный ход. Но мне почему-то даже кажется, что он вероятно, и согласится.